Между банным и театральным мостом на Уводе появилась первая и пока единственная в Иванове плавающая клумба. Идею создания цветочной лодочки с импровизированной мачтой предложила подрядная организация, которая уже не первый год занимается озеленением города в рамках конкурса «Иваново в цвету». На днях плавающую клумбу с петуниями успешно спустили на воду. Лодочка сделана таким образом, чтобы ее не затопило. Радовать глаз цветник на воде будет до конца сентября. Во многих городах есть клумбы на воде, а у нас в городе еще ни одной такой не было. Вот решили создать. Затянули немножко со сроком, поскольку долго искали вот лодку, которую можно использовать в качестве основы для цветника. Вот. В этом нам, кстати, помог парк Степанова. Дали там такую списанную дырявую лодку, мы ее восстановили. При установке лодки у нас был задействован, ну скажем так, не водолаз, но человек, который в костюме плавательном специальном доплывает до этой лодки. Он же ее устанавливал, он же ее будет два раза в неделю поливать.